«День добра и уважения» – так еще называют День пожилого человека. Посвященный этой дате концерт ежегодно проводится в Одинцово в культурно-спортивном центре «Мечта». В этот раз праздник традиционно получился веселым и душевным. На праздники я прихожу постоянно, потому что мне очень нравится. Я получаю такой позитив, заряд энергии, бодрости. Вот я даже сейчас вышла из больницы, да, понимаете, вот только вот сколько-то 4 дня прошло, и все равно я пришла. Виновников торжества поздравила депутат Государственной Думы Оксана Пушкина. Опыта у нас много, желание еще учиться и познавать многие вещи неизвестные у нас много. И мы были очень хорошо обучены в советское время. Мы очень хорошо познаем информацию, мы очень ее хорошо анализируем, и мы реально очень крутые люди, кому за 6-0. Я поздравляю нас всех с этим традиционным чудесным днем. Это не пожилые люди, а это люди, которые проявляют себя очень активно. Вот они даже обратили внимание, да, на встрече, на входе, они обнимаются, целуются, спрашивают. То есть мы их собираем для того, чтобы они пообщались. И не только. Еще отвлечься от серых будней, разнообразить досуг, ну и, как говорится, на других посмотреть, да и себя показать. Влада Шишова, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцово».